На тебе, да иди же, о, куда тебя полетело-то, куда ты куда, куда, останови, о, смотрите, там есть, там что-то, куда я полетел, пупсики, всем приветики, рада видеть вас на канале Тилька Плей, я Наташа, и мы с вами продолжаем играть в симулятор козла. В прошлой серии мы с вами пришли в новый городишко захудалый, и нам нужно тут сказано позировать для фото. Я не поняла, как нам это сделать, вот, но я так понимаю, он как будто бы в прошлый раз фоткал мою... О! Ах ты скотина! Ты... Да ты... Офигела что ли, скотина? Ты чё, вообще офигел, что ли? Пошла нахер отсюда. Я теперь здесь звездюлина. Так, как позировать-то? Я так понимаю, вот так позировать? Мне кажется, так красиво, но почему-то меня не фоткают. Ладно, я предлагаю идти куда-то дальше, потому что раз уж у нас тут ничего не вышло, мы пойдем с вами в другое место, в другое городишко. Вот, выгулите человека. У нас, кстати, задание было, которое я не смогла сделать. Я так и не поняла, почему. Вот, ну давайте попробуем еще раз. Наша цель это пытаться выжить, я так понимаю. Я так понимаю, надо выкручиваться и как-то вот пройти с ним полную вот эту вот, скажем так, дорожку. Вот, но при том, что вот этот говнарь делает то, что делает. Давай, 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 доведешь меня до конца, доведешь меня до конца, давай, давай, давай. Вот, мы его сейчас выгулим полностью. Полностью выглядим до конца. Видишь, как хорошо? Вот. Вот, мы его выглядели. Я ж говорю. Заклинатель людей. Что мне дали? О, у меня теперь есть плетка. Открыто новое барахло. Поводок. Ну, это да. Да, это как бы да. Ладно, я бегу дальше. Бегу по тропинке в голове. Ля-ля-ля. О, давайте куда? Поскачем с тобой куда-нибудь. Куда-нибудь поскачем мы с тобой в новую локацию, потому что, ну, как бы, на месте сидеть классно, но лучше не надо. Все-таки хотелось бы разнообразия. А мы вот эту дырку раскрывали с вами? Что-то у меня такое ощущение... А, бананчики выпали. А у них выпали бананчики. Ах, какие сладкие бананчики. Так, ну, мы идем с вами куда-нибудь дальше, давайте. Там вот с той стороны была детская зона. Ну, не детская такая, типа мультяшная. Вот мы в эту мультяшную зону и пойдем с вами. Ой, он какой-то дикий. Вот, вот сюда пойдем с вами. Ой, все. Нас там уже в этой мультяшной зоне ждут. Я думаю, все уже хотят, чтобы мы там что-то делали. Вот, видишь, мы как говно свалились откуда надо. Так, смотри-ка, динамит. Ну-ка, давай-ка подорвем. Ух ты ж, ёпта ж. Ни хрена себе вот это бомбануло. Скоростные кроссовки, новое барахло. Зарези и понесись. Ой-ой-ой, ничего себе. Ну, не прям, конечно, чтобы я была в восторге от того, что тут это самое происходит. Ну, в целом пойдет. Здравствуйте. Блин, тут, короче, все какие-то криповые ребята. Так, там что-то парень против чего-то агитирует. Это что за гном? Ой! Господи! Садовый, истребите всех гномов. У сука, у сука, у сука, у сука, у сука, у сука. Забодаю, сука. У сука. У. Так, мне надо гномов истребить. А гномы-то не истребляются. Все, это все гномы. Еще? Ах ты, сучка, ах ты, говнючка. Апа, на! Я победила гномов. Все, я их убила. Я убила гномов. То есть мне нужно найти всех гномов и истребить их. Это что такое? О, колодец мудрости. Конечно, я хочу ее впитать. Я хочу быть мудрым козлом, потому что тупой козел. Вы набрели новые инстинкты. Да, я тебя умоляю. Что за инстинкты? Да, нормально вообще. Идем дальше. Бежим дальше смотреть, что там есть. Интересненько, там вон какой-то дельфинчик плавает. Криповый. Но мы пока что вот в этот домик сходим. Сладенький какой, смотри.
машинка тут стоит, а? Продается, написано. Подписать не читая. А мелкий шрифт прочитали, новое событие. Выплатите ипотеку? Какую ипотеку? Какую ипотеку? Я не буду платить ипотеку, у меня нет таких денег. Какая ипотека? А, это вот эта ипотека, что ли? То есть мне надо просто забрать деньги и все с этого. И все? Да я тебя умоляю, я так выплачу ипотеку, это как два пальца обоссать. Ну... Так, давай с разбега. И раз, два. Да что ж такое? Эй! Да что ты будешь делать? Вот, все, я выплатила ипотеку, надеюсь, да? Подойдет? Ипотека уплочена или нет? Или это еще не вся ипотека за этот сраный дом? Подожди, так а мне надо выбить все деревья, которые тут есть? Слушайте, за что мне, собственно, платить тут ипотеку? Тут вообще, ну, как бы, ничего здесь нет. У меня, конечно, извините, а какой ипотеке может идти речь, когда там, ну, реально все такое, типа, жух. Ах ты, сучка! Да забери ты ее. Слушай, я не хочу писать ипотеку. Как? А-а-а! Там, где, видимо, крестики, там, типа, деньги. А-а-а! Нихера себе. Ля, ну мы так выплатим с вами ипотеку в конце концов. Я так понимаю, на этом все, мои полномочия, все. Так. Тогда давайте долбить это дерево до тех пор, пока оно не разрушится. У меня тут какой-то 25-й кадр пролезает. Меня это смущает. Хорошо, давайте посмотрим, что тут есть еще с крестиками. Вот это что такое? Опа, дыра. О! Сейчас мы выплатим ипотеку. Долго еще? Во. Выкапываем косточки. Вот так вот, вот так вот. Отлично. Вот еще один камень. О, как хорошо. О, как хорошо. Ну, я хочу выплатить уже ипотеку. Знаешь, все как в взрослой жизни. Мне кажется, где-то здесь какие-то секретики спрятаны. У вас нет такого чувства? Я всего лишь 208 тысяч загасила, понимаешь? Это далеко еще не все. Выплатите, блин, ипотеку. Спасибо. Слушай, ну, если бы я знала, где ее платить еще. Как будто бы еще непонятно, где ее платить. Насколько оно действует на расстояние? Какое действует эта ипотека ваша? Ты? Здравствуйте. Просто это, конечно, все здорово и классно, но я не понимаю, вот как бы где оно? Да, тучка-вонючка, уйди! Слушай, вот тучка-говнючка. На, уточка, никакого митинга. Митинг не согласован. Я завела машину. Я завела машину. Нельзя? Привет, я козел. Я делаю му. Слушай, у меня так много вопросов и так мало ответов. Парниш, прикинь, надо ипотеку выплатить, я не знаю, как это сделать. Да? Мы разрушили твою эту самую штуку. Так, дельфин здесь что-то стоит. Он меня пугает, мне кажется, он какой-то не такой, он какой-то больной, этот пингвин. Так, ну, смотрите, если оценивать сверху обстановочку, я не вижу больше никаких, ну, крестов. Мне кажется, нас с тобой надули, и мы не выплатим с вами ипотеку. Может, вот это кресты? Ну, не. Оно отспавнивается. Оно спавнится. Ёшки-матрёшки. А я-то думала.
Все теперь понятно. Если оно спавнится, тогда вообще вопросов нет. Тогда вопросов нету. Просто я думала, что они больше не это самое, не спавнятся. Ну, как будто бы и не спавнится больше. Там не так точно. Ну, еще дофига выплачивать, я хочу сказать тебе, ипотеки этой. Поэтому пойдемте поскакивать дальше, а потом сюда когда-нибудь с вами вернемся. Опа, да шо, что будешь делать? Я гномов нашла, предлагаю на гномов залупиться. А вот они, гномы. А ну-ка, выходите, говнюки. О, хорош, а. Ты видал, как я их... Да что... Ой, блин. Что происходит? Ёб твою мать. Я не поняла. Я сломала игру, прикинь. Я просто сломала игру. Так, гномики. А ну-ка сюда, иди, говнюк. Сюда. 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 Вот и все. Вот и минус гномики. Попрощались с гномиками, надеюсь. Все... Это что такое пробежало сейчас? Что это такое? Ты видел? Там что-то очень опасно пролетело. Прям мне стало не по себе. Тут какая-то жабка сидит. Привет, жабка. Чего? Нормально все круто. Я просто боднул жабку. Что тебе не понравилось? Нормально бодали жабку. Никто до этого не жаловался, что я бодаю жабку. Опа. А что там интересного, видал? А, не допрыгнула. А я хочу теперь вот сюда попасть. Там золотой орех. Вы видели? Там реально золотой орех. Ну-ка. А? Любопытный сосед. Хочу ли я влазить в эту дырочку? Конечно же хочу. Эй, ну пусти. Ну пусти. Уничтожьте гнездо с помощью бомбы. А у меня есть бомба? Слушайте, ну это нечестно. А где я найду бомбу? Где я найду бомбу? Алло. Прикинь, меня просто нагрели, типа, такие, подорвать с помощью бомбы. Но у меня нет бомбы. У меня нет бомбы. Нету бомбы. А, спасибо. Так, тогда надо найти бомбу. О, я нашла гномов. Подождите. Пойдемте разберемся с гномами. Так, гномики. А вот и вам ваш капзда пришла. Ах ты, погляди, сучки какие. Ля их расхерачил. Ну-ка, иди сюда, говнюк. А ну-ка. Вот так вот вас. Да куда ты полетел? Да, да. Не надо, не надо жаловаться. Я не люблю гномов просто. Да куда ты завелся? Так, так, так. Здесь осталось немножечко гномиков. Ать, ать, все. О, спрятался. Ах ты, говнюк. И тот спрятался. Вы что от меня прячете? Не надо от меня прятаться. Это все. Вы открыли шляпа-гриб. Класс. Именно... Это что такое? Это что такое? Это шляпа-гриб? Гномчатый круг. О, господи. Я не понимаю. Я наворотила, не пойми чего. Не пойми кого. Это что такое? Это какое-то мэрия? Ой, 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 не на... Это что за прикол? Так, 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 значит, меня сюда не пускают. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. А? Подожди. Проникните в сокровищницу. Это сокровищница Скрудж Макдака. Я тебе отвечаю. Слышь ты. Ой. Ой. Так, подожди, братан, давай еще раз меня. Да, камон, я прилип. Я лег с собой. Так, братан, давай еще разочек. Вот так. Не надо, не надо. Мы сейчас проникнем.
Мы проникнем в сокровищницу. Потому что нам сюда надо. Опа! Это реально сокровищница Скрудж Макдака! Это что такое? Шейный корсет. А что это произошло? Я наоткрывала, короче, вот эти вот все штуки. Ну, классно. Так, о, это Скрудж Макдак. Это мэр города. О, из него деньги выпали для ипотеки. А ну-ка, сюда она. Ну-ка, у вас во всех есть деньги? О, ребята, сюда она. А есть деньги, а если найду? Слушай, бабки, деньги я люблю. Ипотеку я плачу. Ну-ка, да, сюда, я выплачиваю ипотеку. Хлебом не корми, да, ипотеку выплатить. Ну... Не, ну, конечно, не из всех можно выбить ипотеку, да, ипотеку, ха-ха-ха. Но это шедеврально, что я могу их бить и получать то, что я планирую. А это что такое? Какой-то непонятный субстрат. Какой-то непонятный субстрат, мальчики и девочки, ага. Так, это что тут у нас? Ну-ка, дайте козлечка запрыгнет, посмотрит. Что ты тут стоишь? Бабки, давай сюда. Дельфинчик, ёпта. Уху, нихрена себе, приколдесик. А мне кажется, вот здесь что-то есть, нет? А ну-ка, открывайте ворота. Нет, закрыто. Так, мужик, деньги дал? Спасибо. Вы тоже дали деньги? Бедному человеку. Это что такое? Это я краску, да, вычленил? Вычленил краску. Угу. Так, кроты. Так, давай бабки сюда. На тусику нужны денежки, денежки, мани, мани. В целом, это искусство. Какое искусство? Это искусство? Подожди, а чё мне надо? Мне надо заляпать это все. Сейчас я заляпаю. Сейчас я все сделаю. Подожди, сейчас я... Сейчас я сделаю искусство. Главное, краску не разлить, пока я вот этим вот занимаюсь. Но она вроде бы не выливается, да? Слушай, реально, мы должны с вами покрасить этот красивый туннельчик. Давайте сейчас мы сделаем, ну раз на то пошла пляска. Так, пойдемте. Сейчас мы с тобой сделаем красиво. Мы с тобой видал, какой козлик милашечный? Мы с тобой делаем все вообще в этот раз. Мы очень активны и продуктивны сегодня. Так, а что не так? Что-то пошло не по плану? Ладно. Возьмем другое. Может, нужно необходимые цвета привносить? Ну, допустим. Да ладно, не бойтесь меня. Я милый козлик. Я миленький козлик. Пушистые лапки. Да, вот, видишь? Так, ну и вроде бы как остался последний аккомпанемент. Вот он, кстати, стоит, я так понимаю. Ну-ка. Я козлик, я козлик, я козлик. А? Ух ты, это я сделала? Ёшки-ма... У-ху-ху-ху-ху! Вот это да! И летит машина в небес. Ух ты, я теперь художник. Я теперь могу рисовать. Ёб твою налево, подождите, не надо так делать. Так делать не надо. Так, мне надо на вот этих вот бобров забобруить. Ну-ка. А, так, хорошо. А это молодец. Ай, умничка какой. Эй! Вот козлобородый говноед. У меня не получилось, серьезно. Ну-ка, давай еще раз меня закинь туда. Ну-ка. Спасибо, брат. Спасибо, благодарю. Так, ну-ка и... Вот и все. А ишь, какие тут устроили мне. Ой, блин. Так, ну надо отсюда как-то выплывать. Нет, что ты делаешь? О май гад, о май гад, давай. Опа! Вот так, хорошо.
Ну что, давай еще... Опа, денежное дерево. Моя оплаченная ипотека. И... Слушай, так получается, я по всему городу могу собирать свои ипотечные платежи? Всего-то 1 000 000 надо собрать. Всего... Ну давай, ты сваливайся уже, а. Всего-то 1 000 000 заплатить, ну. Я считаю, 1 000 000 почти оплачен. Там какая-то шапчуля. Смотри, Happy Birthday, Филипп. На тебе, да иди же. О, куда тебя полетело-то? Куда ты пол... Куда? Куда? Останови. О, смотрите, там есть, там что-то. Куда я полетел? Я лечу в небеса. Ух, какая чудеса. Да туда лети, туда лети. Куда? Твою мать! Сучки! А, как больно было-то. Я не на это вообще рассчитывала. Там, видал, был рисуночек. Я хотела его забрать. Давай, взлетаем. А, мы на... А, мы другой шарик заметили, да? Я понял. Это было не то, о чем я думала, да? Обидно на самом-то деле. Паршивый пирог. За мной капибарас бдит. Бдит. Ой, ой, не надо, не надо, пчелки. Пчелки, не надо. Не надо, пчелки. Мы же друзья. Так, слышу где-то козла своего прекрасного. Они пытались его... Спасибо, добрый пчеловек. А что ты хочешь? Перевезите ульи в новый дом. Какие ульи? Мне надо их вот так вот слизнуть, типа, да? А ну-ка, пошли за мной. И все? Блин, ну слушайте, это очень милый квестик. Я перевожу пчелок в новое жилище. Блин, мне кажется, они будут счастливы в новом домике. Я думаю, что да. Так, ну-ка давайте мне бабло. Мое бабло, мое бабло. Оно мне принадлежит и таким же, как и я. Давай бабло. Так-с. И где у нас с вами еще пчелиные ульи? Вот они. Я иду кормить. Так, убегайте, убегайте. Я перевожу пчелок. Мне нужно еще 2 найти. Таких чудесных. Но сначала ипотечные платежи оплачиваю. Ну же, видишь, все как в жизни. Надо платить. Хочешь, не хочешь. Все, баблишко есть. Не знаю, сколько я там накопила. Так, где еще? Вот он, улей. Опа. Так, а как мне тебе забрать-то? Ай, 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 ай! Да я ж помочь вам хотела, дуры! Ну и, конечно... Вот и все. И не надо было вы делать... Вот хочешь помочь, да? Хочешь помочь, как лучше сделать людям, да, пчелам? А они что? Вот как это, понимают? Вот как это понимают? Так, вот он еще один улешок. Слушай, они прям на всех нападают, они конченые. Они реально конченые, я считаю, да. Вот, им новый домик построили, не козлы. Все! Ой! О, ля, какой медок! У-у-у, теперь по всему городу будут пчелы, да? Потревожить пчел. Ой, я теперь повелитель пчел. Я повелитель пчел. Аллилуйя, повелитель пчел. Так, ну давайте подниматься теперь, что? Я так понимаю, мы сейчас найдем с вами башенку. О. Ну это... Да, что ты делаешь? Подожди, да подожди. Мы хотели забрать. Так, так, так. Ой, а как мне туда пробраться? Куда? Что ты делаешь? Ой, блин, ой. Так, я так понимаю, нам надо вот здесь забраться. Где-то. Потому что там наверху наверняка что-то есть интересненькое. Ага. 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 Так. Опа. Отлично. Так. Дальше куда?
Ага, вижу. Ну, как бы тут надо это самое, тут смотреть. Ё-моё, пока подымешься, обосрёшься. Так, а дальше куда? Дальше к кроту, я так понимаю, да? Крот! Лечу к тебе в рот! О, не долетела, серьезно? Ну, писец. Ну, писец. Не долетела, приколись немножко. Ну, ладно. Мы это с вами, эту попытку сделаем, это с вами потом, в другой раз. Ну, это вообще капец. Не, подожди, ну мы так просто... Крутые парни так просто не сдаются. Нам надо туда залезть, понимаешь? Это наш сегодня челлендж персональный. Ну, как бы, ну, типа, на чем? Не сможем залезть, что ли? Сможем. Просто крот меня плохо подкинул, я считаю. Крот говнюк. Настоящий. Тише, тише, спокойно. Опа, где дальше? Так. Дальше. Вот так вот. Во, видишь? Так. Так, говнюк, ты меня должен подкинуть, знаешь, так хорошо. Гнида, он единоразовый, что ли? Он реально работает один раз? Вот параша. Да куда, в смысле? Ладно, у меня не получилось. Я пыталась, правда пыталась. Ой, это что такое? А, у меня на у меня теперь голова улей. Я только сейчас это заметила. У меня вместо головы улей, прикинь. Так, а чё, сколько еще ипотеку нам платить-то? Осталось-то. Все никак не погасим с вами ипотечный платеж. А, это мистер Побег. Что ты хочешь поговорить? Увезите невинного автостопщика подальше. Куда я тебя увезу? Но с поездами творится что-то странное. Так что мне нужен другой транспорт. Я Гарри Рюкзак. Вот так меня зовут и никак. Можешь вести меня отсюда? Ну давай. Садись. Ты сел, Гарри? Гарри. Тебе надо усесться в мою бибику, Гарри. Гарри? Не, Гарри что-то выпадает. Я не знаю, как помочь Гарри. Гарри, ты на полном угаре хочешь мне сказать, что я тебя должен куда-то там отвезти? Да подожди, я не знаю, как тебя отвезти. Прости, пожалуйста. О, посмотри, бомжей нашла. А у них, наверное, денег нет. У них есть деньги? Не такие уж и бомжи, получается. Да? Это что за пузырики? Кто пузырики тут понапускал? Блин, как здорово, что у них у всех есть мани. Мани, мани, мани. Пошла в жопу, пошла в жопу. Вякает она там, а? Ты погляди, так, бутылочки, здрасте. Я вам не мешаю отдыхать, вы мне тоже. Так, тут какая-то черная дыра. Хочу ли я в нее войти? Конечно же. Ты что за... Это что за прикол, Дэс? Выплатите ипотеку. Все, я выплатила ипотеку. Ну, как-то это грустно, что мы выплатили... А, это, наверное, на вот эту сторону. Все, я понял. Выплатили ипотеку, приколись. А мы думали, это все. А это оказалось не все. Так, козлик. Сюда она. Не получилось, не фартануло. Но главное, я сюда пёрлась. Я думаю, здесь мы что-нибудь сейчас с тобой найдем, какую-нибудь прикольную штучку. Так, давай-ка помоги мне, дельфинчик. Эй, дельфинчик. Дельфинчик не захотел мне помочь. Так. Ух ты, тут так красиво. Так, ну нам туда не надо пока что. Нам надо здесь доделать наши дела, а мы их еще не доделали. Ну а так, а что? Я выплатила ипотеку за этот дом. Я могу в него войти теперь?
Ой, ой, нет! Я платила за этот дом! Ты с ума сошел? Вот тебе и ипотека, блин. Ну, прикинь. Ну что ж, на этой нотке нам, видимо, придется сегодня завершать наш прекрасный, замечательный аттракцион, потому что, очевидно, нас с вами, с тобой... Так, пошла нахер. Нас с тобой... О, разлом. А давайте-ка сходим в разлом. Мы с вами ни разу не были в разломе. Надо сходить в какой-нибудь разломчик и посмотреть, что здесь. Вселенная загадок. Давайте войдем во вселенную загадок. Опа. Ёптать, как красиво. Здравствуйте, что нам делать во вселенной загадке? Испытание мозга, новое событие. Слушайте, я боюсь, мой мозг не сработает. А что надо сделать? Решите таинственные задачи. Какие? Ну, допустим. А как выглядят эти таинственные задачи? Слушайте, здесь как будто бы очень, очень много всего вот этого вот. Мой мозг отказывается понимать, как выполнять эти задачки. Слушай, а реально, как их выполнять? Ну, я так понимаю, мы должны найти три ключа. Эти три ключа где-то рандомно лежат. Правильно? А для того, чтобы их... Не, ну все, наверное, ту матч включать. Слушай, ну если я буду бегать, включать сейчас все вот эти вот штуки. Ну ладно. О! Мы нашли первую. То есть мне на полном серьезе, мне надо бегать и тыкаться просто в каждую рандомную говнишку. Ладно, давайте искать. Давайте искать рычаги. Так, вот еще один. Мы нашли с вами еще один верный рычаг. Так, ну, в этом есть какой-то сакральный смысл, но не более того. А, так они не работают? Серьезно? Я думала, они так работают. Он слишком подозрительно тут стоит. Нет? Тогда этот... Эти? Есть. Мы нашли нужный рычаг. И теперь мы с вами можем пробраться дальше. Пошли-ка, сходим, что там у нас интересненького. Поглядим. Загадку уж выполним. Первый разлом, все дела. Ну-ка. Ну, нас как будто бы с тобой приглашают в какой-то чудесный дом. Так, 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 жопа чешется. Жопа чешется, бежим. Что-то тут как-то... Что дальше делать? Я так понимаю, мне надо как-то лазер сопоставить, да? Ага. Так, а мне, получается, нужно их как-то преломить, да? А они крутятся, нет? Ну-ка. А, ой, простите, пожалуйста. Простите, они, оказывается, крутятся. Так. Ёшки-матрёшки. Так, а вы можете отсюда уйти? Ну-ка, свалите-ка, пожалуйста, нахер. Так, ну-ка, бодаем. Ну, в целом, хочу сказать, такие... А, неплохо. Да ё-моё, меня-то за что? Сделать вот так? Вот, смотри. Теперь, чё дальше? Ох ты ж, ёх ты ж.
Так, да, я тебе... Подожди. У меня тут логический процесс. Все. Запитали мы. Дверь открылась в какой-то веке. Идем дальше. Мы решили с вами мистическую загадку. Ну, это просто. Ну, мы пытались сделать это максимально ровно. Так, дальше. Я так понимаю, что два раза нельзя, да, пересекать? А, можно? Тогда какой смысл во всем этом? Ну, допустим. Я-то думал... Капец! Что, с ума сошли, что ли? Так, подожди, а можно начать сначала? Так, давай еще раз. Так, аккуратно. Давайте сначала по низу. Так. Так, нарисовали очко. Теперь здесь очко. Блин, ну как будто бы не то. Я думаю, сработает. Главное, чтобы все было закрашено, правильно? Остальное не важно. Это же дурацкая игра, тут не надо стараться. Вот, я ж тебе говорю, не надо было стараться. Это что такое? Это что такое? Что это? Я должна понять, какого цвета? Нет? А какого цвета? Ага. Так. То есть должен быть зеленый. Зеленый. Потом два фиолетовых. А, может, он мне показывает, что один белый должен стоять. Здесь типа... Не, подожди, может быть, я... То, что один правильно... А, типа здесь стоит два правильно, два неправильно. Здесь стоит один правильно. Я так понимаю, это вот этот. Короче, я слишком туповата для этой задачки. Пишите в комментарии, как ее решить, если вы знаете. И решим тогда с вами в следующий раз. А пока подписывайтесь на каналчик, поддерживайте лайком. Мы с вами скоро увидимся. Всем пока.